Помимо бесконечно сменяющих друг друга басистов, вокалистов, менеджеров и прочих, на пресс-конференции присутствовали и весьма знаменитые личности, остающиеся, как правило, за кадром. Например, Андрей Велиусов, знакомый еще со времен самодатовской прессы и по оформлению магнитных альбомов «Аквариум». Как фотограф питерский, который никогда не лез задницей в телекамеру, я могу сказать, что мне всегда было стыдно за людей, которые вот так достают классные кадры. Мне удавалось обходиться какими-то другими способами. Вот. А поскольку людей всех, если запустят на сцену, мы просто ничего не увидим. Мы увидим спины операторов и фотографов. Рок-н-ролла мы не будем видеть. Просыпаюсь утром, весь потухал он. Иду работать с дерзкими и голубыми. Я беру полочек, закрываю двери. Все равно не верю, что все люди звери. Каждый человек полон красоты. Каждый человек дети и цветы. Каждый человек.